Всем привет! Хотел показать результаты своего опыта на фитотоксичность. Прошла неделя с повторной обработки препаратами триходермы, сенной палочки, ну и некоторые чисто экспериментальные, которые у меня были. Значит, вот он у нас контроль. Это у нас обработка триходермы индианкой. Здесь у нас была обработана сенной палочкой препаратом экстрасол. Ну, как видите, по прошествии недели после повторной обработки никакой внешней разницы в принципе нет. То есть, ну, можно констатировать, что у нас фитотоксичность не проявляется. И это с учетом того, что при посадке в конце января сенная палочка также применялась довольно большой концентрации. А здесь у нас на дно контейнера клался кусок агара довольно-таки большой с триходермой. Вот. То есть с тех пор, со времени посадок, прошло уже 2 недели, больше 2 недель. И также ничего не появилось. То есть тут вопрос, либо табак не так подвержен эффекту фитотоксичности, либо грунт как-то влияет, ну, либо я не знаю. Фитотоксичности нет. Еще раз, вот смотрите, вот так выглядит контроль. Так выглядит, где применялась триходерма. Так, где сенная палочка. По-моему, разницы никакой. Абсолютно. Так, ну и на грунте волшебная грядка, которую я не стал выкидывать. Так, решил поэкспериментировать. Значит, здесь у нас я проливал лимонной кислотой, надеясь на то, что, может быть, вот эти высолы каким-то образом растворятся. Но нет. Ничего не поменялось. Растения угнетены. И фактически они с тех пор и не растут. То есть какими они были, такими и остались. Появились вот такие вот зеленые участки, как в прошлом году у меня на неудачном грунте. Только тогда, в прошлом году, это все, то вся поверхность грунта, она заросла вот этими зелеными. То есть сплошное вот это зеленое. Что это такое? Там водоросль, мох или какие-то лишайники, непонятно. Так, здесь также волшебная грядка, только здесь я посыпал, вот здесь вот слева, это у нас крахмал. Как по видео Ивана Русских, где он там плодородие почвы уменьшал, смешивая крахмал с грунтом. Ну вот, я посыпал немножко сверху крахмалом. А вот, ну, эффекта тоже никакого нет. Также зеленые вот эти вот участки. Растения также угнетены. То есть не помогает это дело. То есть на скорую руку, если уже там вы попали с такими вопросами, с таким грунтом, посыпание крахмалом сверху не помогает. Вот. И здесь у нас то же самое, волшебная грядка. Значит, здесь также я посыпал крахмалом сверху. Но здесь проливалась сенной палочкой. То есть, если здесь триходерма, это контроль с лимонной кислотой, это триходерма с крахмалом,
Здесь сенная палочка с крахмалом. Ну, из всех вот этих вот неудачных контейнеров с волшебной грядкой, здесь как-то растение чуть-чуть получше, чем во всех остальных двух. Это себя чувствует, но тоже, конечно, сильно угнетены. Вот. Также видим зеленые участки. Ну и высылы никуда не деваются. Ну, учитывая, что я грунт проверял, и здесь у нас показатель кислотности 3,8, то, в принципе, понятно почему. Возможно, если посыпать золой, ну, вот ситуацию это чуть улучшит, если она раскислит. Если найду золу, попробую еще золой сверху чуть припудрить. Если тоже не поможет, то значит, увы и ах. Ну, по сравнению с нормальным грунтом, тут небо и земля. Ну, все, всем пока.